Одна из жительниц Заречного едва не заплатила 35 тысяч рублей за поездку в такси. Женщина оставила в машине частного извозчика кошелек с документами и деньгами. Пропажу заметила сразу. Позвонила в диспетчерскую службу, но попытка вернуть потерянное не увенчалась успехом. Водитель такси только увидел на заднем сиденье кошелек, открыл там 35 тысяч, с ума сойти, разбогател на сумасшедшие деньги. Документы выкинул, деньги забрал и начал отнекиваться. Ну, женщина написала заявление, гражданина пригласили, он во всем признался, что деньги присвоил данные, по большому счету не присвоил, а украл. В суде таксисту было предъявлено обвинение по 158 статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Обвиняемый получил наказание в виде условного лишения свободы сроком на 1 год. Вот теперь, граждане, этот таксист будет вас возить, заниматься извозом. И бойтесь оставить у него кошелек или еще какую-то ценную вещь, которую он в любой момент может присвоить. При поездке в общественном транспорте или такси, чтобы не оказаться в неприятной ситуации, необходимо быть внимательным. Не оставляйте личные вещи, они могут не вернуться. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».